Ух, это не моя платформа. Прощай. Прощай. И всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Гусанёк, Куёка, Пика, Уга-Буга, Шрек, Коко Джамбо, Секрет. Пацаны, поздравайтесь! Привет! Привет, я люблю кого-то. Всем привет! Сегодня мы будем играть на крутецкой карте Smash Minecraft. Это деревянные постройки, в которые врезаются кубики, и когда мы падаем, мы попадаем в лаву и сразу сгораем. Если 5 кушки вперед на аппетита, погнали! Пацаны, я удаляю! Ох, их там сразу! Так, ну что, выживание, ребята, началось, поэтому ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. Стараемся снять что-то очень крутое и веселое. Ой-ой-ой, мы уже падаем. Эх, стой. Я живой. Умер. Интересно, где я появлюсь? Ой, мы сразу появляемся в какой-то штуке другой. О, мы живые? Да. Офигеть. Я думал, будем умирать. Давайте посмотрим, что у нас там еще дальше происходит. Если уж тот умер, тот умер. А, вообще нельзя двигаться, думал попаркурить. О, я появился. Опа, я появился не там, давайте еще раз. Да, карта веселая, но мы мгновенно умираем. Ничего, сейчас мы обнулим карту, и не будет сразу много кубиков вылетать. Так как мы записывали приветствие, накопилось много кубиков, и сразу все вылетело. Должно потихоньку вылетать. Ой, так, пацаны, я вижу умирать. Кстати, я живой, я вот стою на постройке, в принципе, я живой. Я пока не что, он тоже вижу, стоит чувак. Так, давайте проверим, как он еще выживать будет. Давайте, кто останется последний на платформе или вот на дереве, тот будет считаться выигрышем, победителем. Ого, что это было? И ты что, на физгане летаешь? Ой-ой-ой. А как так получилось? А, эта штука отталкивает их. А мы ее можем удалить? А удалить нельзя ее. Так, ну что, мы все умерли? Да. Понял, понял. Ну что, загружаем. Я пока что держусь. Да не, мы все погибли. Давайте раунд номер 2. Проверим, что сейчас с этого получится. Сразу удаляем. Вот, смотрите, теперь будут у нас вылетать медленно кубики. Это был первый раунд репетиция. Так, погнали. Внимательно смотрим, куда кубики отскакивают. В это время можно успеть еще куда-то убежать. Так, я вижу, та уже часть карты разрушилась. В нашу сторону летит. В нашу сторону летит. Тихо-тихо-тихо, не мешай, я хочу выжить. Опа, отлично. Она еще такая немножко треугольная. И делает так, чтобы кубики всегда в разные стороны летели. Ух, это не моя платформа. Прощай. Прощай. Ладно, все, умер. Все-таки я надеюсь, что в этом ролике я смогу повыживать немножко дольше. А, давайте, если умру, я появлюсь на какой-то еще целой постройке. Во, кстати, отлично. Продолжаем. Ну, будем считать, что я уже все равно умер, но хочется еще повыживать. Так. Пацаны, все умерли? А нет, я вижу, он еще чувак живой есть. Так, полетело, полетело. В мою сторону пока мест не летит, отлично. Мы с Пика здесь стоим. Пока мест все хорошо у нас. Тащим. Когда кубик начнет в мою сторону лететь... Эй, кто физганом трогать? Это нечестно. Пацаны, вот давайте без физгана. Ребята, кто хочет с нами записывать, заходите в наш Дискорд. Любой может зайти и записать с нами классные ролики. Потому что каждый день практически заходят новенькие и записывают с нами... Веселый контент. Так, ну что, пока есть еще я вижу один выживший. Куёка, ты падал в лаву или еще нет? Нет. Отлично. А что там? О, еще, смотрите, падает. Бам, сгорело сразу. Ух, ты что, видел, возле нас пролетело? Угу. Саня, привет. Блин, прикольно. Ой-ой-ой-ой. В нашу сторону летит? Нет. Ух, это было, кстати, очень близко. Очень. Ой-ой-ой, рядом? Рядом, отлично. Ребята, хочется все-таки, конечно, выжить. Куёка, я хочу, чтобы ты проиграл. Получается, ты, Куёка, вообще последний остался? И, пацан, Дима, я прям над тобой. Дима, я прям над тобой. Да, как ты туда попал? Ну, забрался по лестнице, пока она не разрушилась. А тут лестница была? Да. Да, была. Ой, я на дерево. Лучше, мне кажется, на дереве повыживать. Ой, я прыгать не могу. Ты думаешь? Да. Она очень легко тянется. А я уже с него не смогу выпрыгнуть. Она легкая. Ой-ой-ой, чуть не упал. Все, давайте, буду стоять пытаться на дереве. О, привет.
Так, а чё они не летят ни в какую сторону? Что за фигня? Кубики, давайте, в сторону Куёко. Я хочу, чтобы полетели. О, полетело, полетело. Ай, блин, рядом, рядом. Так, Дима, не каркай. Так давай, Куёко. Ты уже так, в принципе, победил. А нет, еще ж над нами есть челик. Поэтому у нас сейчас определится победитель. Куёко, пока. Отлично, смотрите, падает, падает. Падает, падает. Давайте хэштег Куёко. Вон, Куёко улетел. Живой? Куёко! Ты чего учишь? Отлично! Успел перепрыгнать. Привет, Саня. Так, так, так. Что-то кубики медленно вылетают. Давайте кубики больше вылетайте. Я хочу, чтобы было мясо. Да, ну первый раунд вообще был эпичный. Сразу 100 штук вылетело, все разрушило моментально. О, что за калитка улетела? Это моя. А, это твоя? Да. Понял? Ха-ха-ха. Я домой просто вез, я потерял. Так, давайте, если еще, короче, сейчас оно 2 минуты никого не разрушит, то будет считаться, что у нас двое победителей. Или трое. Да, без разницы. Ну да. Нет. Так, я вижу, там кто-то еще, он бегает. Yes, я выжил. Красавчик. А хорошо, что я был на дереве. Нет, не надо. Ребята, видите как? Дерево меня спасло. Ну что, Куёко, ты победитель считаешь? А нет, еще там он скелет. Ты проиграл был или живой? Ой, скинь скелета. Живой, я хорошо. Ты. Давайте еще ждем. Все-таки надеюсь, что Куёко разобьет оно. Так, 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 так. Давайте, кубики. 100 штук вылетайте сразу. Ой-ой-ой, красиво. Всегда рандомно вылетают. Одинаково никогда не вылетают. Так. Смотрим, где там Куёко у нас. Куёко стоит. О, там гусь обид. Секрет так это как сделать? А, вон там уже, да, я понял. Я ух ты, чуть меня, по мне я не улетел. Я стал на кубик, он меня подкинул. Да? Да. Так круто. Прикольная карта, кстати, довольно-таки оптимизированная. С тем, что тут куча разрушений. Нет, цвет как поменять. А, для встройки. Так, ну что, я вижу, что я ничья. Вроде бы как. Ну еще подождем, все-таки может в Куёко отлетит. Ай, блин, рядом в ту башню чуть не отлетело. А у нас режим полета не включен случайно? Так, нет. Давайте проверим. Ой. Стройка песочницы. Ой. Да. Ой-ой-ой, еще разрушилось. Я выжил. Ну что, Куёко, прощай. Блин, я думал так в него отлетит, что-то над так надеялся. Над головой пролетело. Эй, ах вы жопы, опять за свое беретесь? Так, я с Куёкой повыживаю, давай, Куёко. Потащим с тобой. Я ж, ты знаешь, притягивай эти кубики. Ой, ты что это было рядом? Дима, ты чего? Ну я же специально хочу, чтобы ты проиграл. А если буду прыгать на краю? Он будет шататься? Конечно, будет. Не, что-то не шатается нифига. Ну все, давайте еще 2 вылета, а если ничего не разрушается, то будет тогда у нас 2 победителя. Мне нормально. Так, ждем. Ой, блин, ну это было рядом. Кстати, сколько кубиков вылетает? 3 кубика, а потом сколько вылетает, смотрим. 3. Бывает 3, бывает 4, да, вылетает сюда по-разному? 5. Ну блин, ну что они не врезаются в ту башню или в нашу уже, чтоб врезались? А в мою не надо. Все, хорошо, давайте будем начинать следующий раунд. Ну что, пацаны, раунд номер 3. 2 победителя было в том раунде. Надеемся, сейчас останется все-таки 1 победитель. Хотелось, чтобы самый лучший игрок был в этой серии. Ой, я по лестнице иду наверх, как тогда. Пацан мне подсказал, потом у нас был подсказчик. Только оно как-то прыгается через раз туда. А. Ну, так, выше. Ух ты, что там разрушилось? Опа, улетела башня. Хорошо, что я с нее ушел. Это было прекрасно. Это было эпично. Ой-ой-ой-ой-ой. Шатается, смотрите, как сильно шатается. Они, получается, как домино могут, да, падать? Между собой цепляться и падать. Да, возможно, так. Тихо, 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 я успею. Я успел, вы видели? С падающего улетел. Красота. Ой, фух, нас не зацепило, нас не зацепило. Опять мы с Пика выживаем. Пика, ты что, летаешь? Я, кстати, еще живу. Табак. А, я понял, я понял. Так, Куёко, ну что, ты в этом раунде затащил или упал уже? Упал. Упал, я понял. Я пока еще живой, я в лаву не падал. Куёко, не мешай нам. Полетело, полетело, полетело. Ух ты, что это было рядом? Ждем, ждем, ждем. Надеемся, сейчас будет пожестче. Вот за что можно между домиками перепрыгивать, между этими вышками. Шрек, не рискуй. Больше не. Ой, делай. Смотрите, смотрите, летит, летит. Ай, блин, я все-таки думал туда. Кто у нас там, Шрек? Я тоже вон на тортике, Дим. А где ты, где ты? Не вижу. Где Шрек, вон, видишь? Ага, вижу.
Так, ну что, я хочу, чтобы туда перелетели. Ну что, вы победители с пика? Нет, я еще. Я тоже. А где ты? А я вон, где был. Не вижу тебя. Сзади, Тим. Не вижу, а где сзади? Вот, прыгай. Я, наверное, слепый, не бачу. А нет, если уже упал с вышки, то все уже. Во, ну что, ребята, теперь у нас четкое выживание. Вот я думаю, как он там внизу оказался. Ну что, первая улетела. Прям жестко. Надо было сразу аннулировать карту, а не эту плиту ставить. Ой-ой-ой-ой-ой, смотрите, успел секрет перепрыгнуть, последний момент. Осталось, смотрите, целое. Нет, все-таки падает. Вон еще падает. Вот это там падение жесткие вообще. Так, хочу за этим наблюдать. Так, буду здесь стоять. С разбега. А, ёп! Ну нафига я туда прыгнул? Ну елки-моталки. Ладно, пацаны, я слился. А я еще жив. Я понял. Давайте полетаем, посмотрим. Так, а где ты у нас жив? Не вижу. А, вижу. Хуёк, а ты ж упал, да, уже? Да. Так, ну что, давайте наблюдаем. У нас кто остался? Шрек, да? Я. Так, ну что, давайте, пацаны, падайте. Представляете, когда мы эту карту в конце ролика взрываем? Так что досмотрите до конца, потому что в конце будем это все подрывать. Нам срока тогда будет. Ну ничего страшного, я надеюсь, Гаррисмод как обычно вылетит. Ну надейся. Я, Дима, это устрою. Так, пацаны, ну что? Стоим. Эй, ты что делаешь, подлец? Эй! Эй, я сейчас упаду. Ой, вышка, смотрите, как шатается, прикольно. Все, улетела вниз. Было бы классно, если бы, знаете, эти штуки можно было постановить, мы здесь бы просто сделали выживание. Но нельзя их остановить никак, они вечно летят. Разработчику надо кнопку добавить. А я выжил. Ну что, у нас один выживший? Да, Шрек упал. Все, ну что, давайте, выживет сильнейший. Поехала. Хорошо, что я оттуда сразу ушел. Давайте опять сюда. Подальше будем сваливать от кубиков этих. Так, Куёка, ты что делаешь? Ты упал. Потому что не надо было фигней заниматься. Ой, я тоже, в принципе, упал. Ладно, давайте упадем, потому что я не смог прыгнуть. Оно как-то странно, здесь прыжки срабатывают. Ой. Ой, сколько людей сразу умерло. И я падаю еще раз. Да что ж такое придавило мне этой кабакой? Еще раз. Давайте сразу в лаву упадем. Все умерли, что ли? Ну да, все, пацаны, ничья. В смысле? Я живой. Еще живые есть? Я тоже живой. Так, давайте смотрим. Ой, красиво. Так, а Джамбо умер. Шрек умер. Короче, от портала можно высоко прыгать. Где там остались? Так, ну что, у нас Гусанек, ты был умер или живой еще? Я умер. Ну что, все умерли, получается? Нет, мы секретом остались. А где вы? Я вас не вижу. А где вы там? Я вот, не знаю, я как-то тут очутился. Не, если вы уже упали с вышек, то все. А, никто не выжил. Все. Да, все, ребятушки. Никто не выжил. Чпоньк. Поехали еще раз. Мне нравится эта мини-игра. Тут рандом полный. Ну, кстати, каким-то образом можно выжить. Что, я сейчас умру сразу? Нет, я живой. Ой, как жестко все рушится мгновенно. Ой, дерево, нет, меня не цепляй. Хорошо. О, на дерево можно залезть и все. Я вообще на самой высокой штучке этой стою. Подставки. Ой, сразу одним выстрелом полкарты улетел. Ого, кубиков вылетело много. Просто нереальное количество кубиков бывает вылетает. По 5, по 6 штук. Так. Только Джамбо умер тоже. Наблюдаем дальше. Пика там это дерево свернет. Добывая дерево, Майнкрафт переиграл. Так, надеюсь, сейчас в мою сторону не полетит. Ой, дерево голимое, вообще, что оно делает? Ой. Нет. Ух. Чё это, кстати, штука интересно делает? Она куда здесь? Ой, полетела не в ту сторону. А чё она делает? Шрек, ко мне идёт. Пятая это... Да, пятая это... Я тебе могу поджечь. А вот эту штуку чё делает? Так, полетела. Ой. Кто там сейчас умрет? Отлично. Какой Джамбо уже 10 тысяч раз умер. Так, у нас что там? Шрек еще живой или нет? Я еще живой. Так, давайте, пацаны, тоже живой, еще не упал. Ты хорошее место себе выбрал. Если что, Дим, этот Куёка под тобой там стоит. Да? Куёка, ты мой сосед, где ты там? А я вижу, Куёка, смотри, где я. Она падает, Саня. Вот, ты видишь мой луч?
Эй! Все, мы за... А, привет! Будем соседями. Интересно, кто из досу пойдет, ты или я? Нормально, она полетела, полетела. Но не падает. Кстати, стоп, очень странно, да? Это, Саня, го я попробую туда залезть. Ой, ой, Куёко, ты че? Как ты ко мне попал сюда, Куёко? Сейчас, сейчас она повернется. Ну ёму, мы с Куёко все слились. Так, смотрим, кто из нас живой остался. Саня! Саня, смотри, я где? Так, а, так, ну так, все, так, я, так. Последний остался. Я остался последним. Вас нет, двое нет, еще? Аня, посмотри, посмотри на эту платформу. Я на самой высокой вышке. Поэтому я выезжу. Аня. Да я вижу, Гусанёк еще есть. Я тут. Аня, посмотри на платформу ту. Нет, если ты уже упал и... Ты упал, все уже, да, только на платформе кто остается. Вот, я тут. Нет, ничего. Саня, посмотри на платформу вверх. А, я вижу. Привет. Все. Ой-ой-ой-ой-ой, кусок платформы. Дима, посмотри на платформу ту. На какую? Да вот это, вот я прыгаю. Вот, вот это, где там... Да-да-да-да-да. Я там нахожусь. Ой. Давай. Всё. Ну что, получается, Гусенек выиграл, да, в этом раунде? Да. Ну что, пацаны, сейчас будет у нас решающий раунд. Все, ребятушки, погнали. Там кто-то крякает у нас. Надеюсь, я хочу сейчас выиграть. Вот реально, это последний раунд, который я хочу затащить. 100% надо тащить. Смотри за положение. Ой-ой-ой-ой. Надо внимательно за кубиками наблюдать, да. О, как? Что? Да как? Видно, оно падало и зацепило нас. Ой. Ну ладно, я проиграл. Я специально поддался. Может на ту платформу залезть? Интересно. Да так, нет, смотрим. Вон еще кусок карты разрушилось. Так, секрет. Давай не будем. Да нормально все. Ой-ой-ой, мимо. Да. Вот это был мощный удар. Ой, что смотрите, одним ударом разрушила полкарты. И еще, смотрите, пошла. А нет, это вот цепная реакция будет, и прям до туда разрушится. Самое главное менять, чтобы не попал. Было бы классно, если бы человек мог бы эти кубики, да, кидать? Так, давай, можно один кубик можно взять и просто кинуть. Ну блин, если бы классно, если бы можно было, знаешь, вот они вылетали тогда, когда ты хочешь. Да, кстати, прикольно кубики кидать. Все, поехали. А может есть карта с разрушениями, и мы можем что-то такое там позаписывать? Это машинами кидаться. Аня, ну походу есть такая, есть. Да, есть одна такая карта, только это надо, я не помню, у кого спрашивать. Ой, смотрите, как красиво разрушается. Так, ну что, я вижу, какой Джамбо еще живой. А, ну все уже. Давай сзади скинь секрет. Все, погиб. Я не душнила. Сказал, что нету. Ой, в нас. Ой, смотри. Ну давайте, кубики, летите в ихнюю сторону. Ой. Да блин, пацаны, я хотел кубик поймать. Ну я специально это сделал. Спасибо. Ладно, не специально, я не видел, что в этом есть. Хотел кубик поймать. А ну можно так кубик поймать или нет? Так, да, так можно. Кубик поймал. Пацаны, я буду сейчас в вашу сторону кидать, вы готовы? Не надо! Нет, не надо! Я промахнулся, Так, косой. Косой? Хорошо. Зря ты это сказал. Хорошо. Нет. Смотри, да я не сильно. Это уже гребёшь. Это не я кинул, это не я. Ну, кто у нас последний умрет, это будет победителем. Секрет. Дима, я вообще-то вот тут стою. Как ты не умер? Я не умер, да. А, у нас... О! А сейчас умер. Все. Ну все, Куёко победитель. Если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Потому что все... А не то, что там все растворилось просто.